Так у тебя же уже два куска есть. У меня два, но мне больше двух не надо. У меня там отстойный сет. Четыре. Я включил наушники, меня слышно? Наушники включала, меня слышно? Моя мама там что-то встала и сказала. Она говорит, сейчас скажет. О, можно утереться. Говоришь, короче, купол их веди, а я думал, это какое-то новое место в десятке. Я знал, что сюда пришли. Это понятно. Я думаю, говорю, какое-то новое место, ищу глазами, не пойму, что за купол. А то, что сюда везти, это я и так знал. Понимаю. Цельное поле зрения. Блин, я тоже хочу все такие игрушки. Но если в десятке опожнее, чем выживание, я не знаю, стамину кричать или ап, вам говорят, ап кричит.
народ. Извини. Да. Вот поездка. Собирать. Поездка выпала. Народ, вопрос не по теме, это самое. По портняге, там три специализации, когда 350 навык берешь. Какую лучше взять? Там по одежде. Без разницы, в зависимости от того, какая ткань тебе нужна. А так без разницы, абсолютно. Там потом в последующем за 150 голды можно поменять специализацию. Просто когда ты шьешь какую-то определенную ткань, либо чара ткань, или луна, или, ну, или то, ну, темную, короче, то вместо одной сразу две делается. Все, это единственная разница в специализациях. Вместо одной две делается. А для людей, которая у тебя специализация. Поэтому без разницы абсолютно. А для ледяной там не канает, да, никакой из электрод. Что-что? Для ледяной ткани не канает, да, из этих трех? Нет, нет. Нет, так она потом тоже делается. Да, ледяные, ну, вот эти на 80-м левеле тоже делаются две штуки. Ну, определенная, как бы, там тоже спека. То есть, как там они там называются, не помню уже, мне сейчас. Понял. Ну там вот Лунатюль, по-моему, да, вот он тоже там делается. Или какая-то там черная, что-то там. Да, волна ткань, тень ткань. Ёбаный чар ткань.
Уже до Хадира добежали. А я его, короче, не танчил, что-то надо знать. Гирус, дайте. Два руки и грудь. Войд. Войд, закинь этот. Лучше кошмурки, а второй этот только ему. Пошли на Торим сразу. Папа.
защити покров зимы! Роланду забафайте сразу. Ну, Криста не вижу на ней. Конечно, у меня все работает. Только что обновил Бладрейчка, да. Был бы крик на СП. Это я понимаю. А не вот это ваше апр. На огонь. Беги, малышка, беги! Да, я вас не слышала. Отдать его для кошка. Угу. Ему как раз ноги и плечи нужны, он же говорит. Thank you.
Бей. Робота. Беги, малышка, беги! Малышка, беги! База есть. Не, я конечно это потестить возьму на 4 куска, но если тебе прилететь не надо, то ну, как бы я в самый последний принципе. Если надо, бери, потому что мне не горит. Потому что у мага очень 4 куска. Я бы только. Я просто подумал, что у тебя носову сначала нет. Фрейм?
И сейчас пару секунд. Бычка. А. Просто способности этих древних передаются тебе. Ой, бот. У меня специализации на мечты нету, в талантах надо брать. Ну и меткости будет не хватать. Баня цветочку за.
кому ты говоришь? Тоже точно мне? Неужели вас так болтливый? Я уже сплю. Да. Да-да. Какие супер страшные сапоги у тебя. Бабла. Сфера. Нет.
знаю, два порыба там. Из этих лучей уходить надо. Честно говоря, они прям на всех. Мне Артон? Понравилась идея, как Антон предлагал. Сначала стать залить их в усмерть. А потом добивать, а то мы сразу добивать в самом начале начали, это как-то немножко плохо. Не ПД. Кажется, пора крышу чистить. У меня показывает 284 жезл. Ты, видно, на X2 заходила. Надо крышу чистить. Вот она Лианы тянет. Это что такое? Объясни мне, пожалуйста. Я извиняюсь, а что бафов-то нету? Два пристания, одного бафа. Ты Ванда. Ёлка. Я этот свободу убью, чтобы поехать.
Беги, малышка, беги! Беги, малышка, беги! Доигрываем сразу. Ёлка. Ёлка. Самое время, наверное, Геру дать. Давай.
корни у меня КД на смысле. Благодарю вас, герой. Готово. Что-то инженерку. Это. Я могу забрать. А, ну как бы все могут забрать. Это же с меткостью жезл. Не на ОП. Ну, у меня есть, я могу взять только на ОП. Не на ОП. Конечно, лучше мой. Тут еще с дыркой. Я уступаю. Спасибо, спасибо. А чё не... Давай там тогда всё равно сделаем, пойдем другой убьем. Ну блин. Пока что той мы оставим, а других мобов побьем, других босс. Ну, постараемся убить в следующий раз. Мы же понедельник, когда ты там говорил. Десятки оставляем.
А, я не услышал, тут один танк или два. Да я думал, ты вообще не включала, я думал, ты лежишь. Все кину. Ты это... Давайте, давайте убьем. Я тут забыл, мне, короче, штаны на танк оказываются 226-е, не сетовые, а тут, получается, сет будет 219-й, может, кому-то отдать все-таки стоит? Нет, я же сказал, не сетовые, но 226-е при этом. Все, принял. В смысле, мы все сейчас?